Приветствую всех подписчиков гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня, друзья, я хочу поделиться с вами сайтом, называется «Рефералка». Здесь можно привлекать рефералов абсолютно без вложений, и как бы с вложениями, и без вложений. Я вам кратенько расскажу, покажу, а там уже сами погуляете по сайту, если вас заинтересует. Ну, не заинтересует, пройдите мимо. На регистрации я останавливаться не буду. Все мы умеем регистрироваться. Все просто. Значит, это наш кабинет. У меня на балансе есть 120 рублей, но вы можете не пополняться. Почему? Потому что есть заработок на объявлениях, доска объявлений. Вы просматриваете сайт рекламодателя, и нужно поделиться в соцсетях. За это вам заплатят 10 рублей награда. Таким вот образом вы абсолютно без вложений накапливаете денежку и потом можете запустить свою рекламку. Понимаем это, да? Кликайте «Прочитать», и там уже разберетесь. Далее также можно рекламить свои проекты. Вот мои объявления. Вот оно, мое объявление. Я специально не стала публиковать, оставила для видео. Я создала. Так, загрузить еще. Сейчас я вам покажу просто. Так, подождите. Добавить объявление. Вот, друзья. Сюда вы загружаете картинку. Любую, как, ну, что вы будете рекламировать. Далее, сюда заголовок. Сюда как бы подзаголовок. Что вы рекламируете. Выбираете, какой вам нравится цвет. И обязательно предпросмотр. Кликаете, смотрите, вас все устраивает. Опускаетесь ниже. Также, опять же, заголовок. То, что вот вы здесь писали. Сюда ссылочка рекламируемого сайта. Ну, что вы рекламировать будете? Какой проект? Опять же, выбираете цвет. Сюда прописываете текст. Кликайте «Предпросмотр». Вас все устраивает. Нажимаете «Сохранить». Ну, сохранить... Ну, в том случае, чтобы у вас был на рекламном балансе денежка. Если денег нет на рекламном балансе, у вас ничего не сохранится. Далее, когда вы нажали «Сохранить», вот, например, ваше объявление, вас все устраивает, кликаем «Опубликовать». Далее, вы собираетесь сделать платную публикацию с вашего рекламного баланса. Будет списано 120 рублей. Подтвердить. Так. Все. Вот это я вот не знаю, что это. Откуда оно тут взялось. Это не мой сайт. Вот мой. Ну и все, друзья. Я опубликовала. 15 дней будет работать рекламка. Так. Добавить вот здесь мой архив, добавить объявление. Пойдем дальше. Профиль. Заполняете профиль. Редактировать как бы. Настройки. Здесь прописываете платежные реквизиты, какие вам надо. Язык. Ну и все такое. Посмотрите. Промо. Здесь находится реферальная ссылочка и вот такие вот шикарные баннеры. Смотрите, обалденные. Баланс. Так, рекламный баланс. И здесь средства на вывод. Так, можно только... Так, время ожидания выплаты до 3 дней.
Минимальная сумма на выплату 10 рублей. Вот. Далее вкладочка «Рефералы». Читаем здесь всю информацию. Опять же таки, реферальная ссылочка. Можно поделиться в соцсетях. Здесь рефералов, переходов, ну, статистика. Справка, информация, поддержка. Что еще? Вроде я все показала. Вот у меня списались мои денежки. И вот у меня 12 лимитов на прочтение есть еще. Можно потратить. Здесь будет баланс на вывод. Здесь можно пополнить. Вы кликаете, если захотите. Это по желанию пополнить на 120 рублей. Я пополняла с Pair, кликала Pair. Далее подтвердить. Ну и как бы там уже по схеме. Ну и вкладочка «Вывести». У меня на вывод еще нет денег, чтобы выводить. Вывод средств. Также вот видите по нуля, куда вы хотите выводить. Кликаете, например, на Pair. И продолжить. Когда будет что выводить. Что еще вам здесь показать такого? Вроде я все вам, друзья, показала. У всех проблемы с рефералами. Я не исключение, поверьте. Вот. Но хорошая реклама стоит, конечно, тоже денег. Также не забываем читать информацию. Можно приобрести здесь VIP. Не помню, за сколько, за 240, по-моему. Также таблица партнерских отчислений. Здесь показан VIP и статус Free. Видим, да? Вот, ну, такой вот сайт. Кому интересно, присоединяемся. Ну, не интересно, друзья, проходим мимо. Погуляйте здесь, почитайте объявления. Далее здесь что? Профиль, редактировать профиль, настройки. Все то же самое, что я вам здесь показала. И вот здесь вот эти вкладочки. Тоже они кликабельные, но это выход. Всем удачи! Больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!